Всем привет! Сегодня у нас на обзоре новинка от Kinder Surprise серии Hello Kitty. В серии попадаются сами Hello Kitty и другие игрушки разнообразные из других коллекций. Давайте скорее же их открывать и смотреть, что нам попадется. Итак, давайте же скорее открывать и искать нашу коллекцию. Смотрите, они вот выполнены в таком вот формате, очень красивый вкладыш. Сейчас их будем взвешивать и открывать. Так, первое яйцо у нас висит. 33 грамма. Такой вот у него звук. И нам попалась сразу серия. Круто. Сейчас я вам покажу вкладыш, потом посмотрим поближе игрушку. Вот такой вот сам фантик с Китти, красивый. Так, убираем шоколад. И открываем долгожданный киндер. И нам попадается вот такая вот Китти. Классно. Первое яичко, и сразу нам попалась Китти. Очень это мне нравится. Очень удачно получилось. Так, смотрим, что вообще идет в коллекции. Вот такая вот классная Китти. Нам художница попалась. Она вот рисует яблочки красивые такие. Сейчас мы посмотрим всех Китти. Вот такие вот все Китти идут в коллекцию у нас. Всего их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук должно быть Китти. Давайте быстрее собирать. Так, сейчас положим рисунок. Такие у них еще идут еще подставочки классные. Они получаются как на своем стенде стоят. Все очень красиво смотрится. Так, сейчас мы соберем стенд. Чуть-чуть мы его порвали, он прилип. Ну ладно, ничего страшного. Так. Так вот мы стенд собрали. И сама вот Китти, смотрите, какая она красивая. Фигурки выполнены классно, качественно. Все очень отлично смотрится. Мне нравится, как выполнены игрушки. Все прокрашено до малейших деталей. Никаких, ну, нареканий по покраске нету. Все выполнено на высшем уровне. Так. И где у нас еще должна быть наклейка, по идее? Так, где же наклеечка-то? А, вот она, наклейка. Так, Китти стоять. Сейчас мы на холст наклеим наклеечку, чтобы вы посмотрели, как это смотрится. Так. Вот сюда вот. Все, наша игрушка полностью в сборе. Начало положено. Давайте ее ставить и скорее искать еще других Китти. Так, вот так вот она у нас будет здесь стоять и ждать своих подружек. Сейчас мы раздвинем чуть-чуть коробочки, чтобы освободить место. И поставим вот сюда нашу Китти сразу. Потом я вам отдельно все видео сниму с Китти поближе, чтобы вы их рассмотрели. Сейчас пока вот сюда их будем отставлять. Так, все, открываем следующее яичко. Такое звонкое оно. Так, сейчас взвесим. Весит наше яичко 29 граммов. И нам попадается Мишка. Вот такой вот, смотрите, веселый. Мишка нам попался. Мишка, перстень и хранилочка для записок. Очень интересная игрушка. И вот видите, можно вешать и на рюкзак, и на пальцы носить. И как брелок использовать. Многофункциональная такая игрушка получилась. С хранилищем под записки. В коллекции вот столько у нас всяких разнообразных таких вот копилок колец. Розовые, белые, желтые, синие. Так, сейчас мы ее соберем. Так, это нам попалась не серийная игрушечка, ну ничего страшного, это тоже классная игрушка. Очень весело смотрится, красиво. Так вот ее собираем и вот сюда вот. Вот такая вот красивая шкатулка, кольцо. Так вот открывается, можете здесь что-то прятать и хранить, там какие-нибудь записочки и так далее. Так, убираем шоколад. Ставим ее вот сюда к игрушечкам и открываем следующее яичко.
Так, такое довольно-таки оно звонкое. Взвешиваем. Весит оно у нас 30 граммов. Так, это у нас опять не серия попалась. Так, убираем шоколад. Так, и нам попалась еще одна такое колечко-шкатулка, только уже с другим зверем. Белого цвета. Нет, вру. Это что-то новое, сейчас посмотрим. Так. Это вот такой вот у нас медвежонок красивый. Это можно с ними играть в игры, угадывать, что появится. Такая классная игрушка. В серии у нас идут вот такие разнообразные зверята. Слоник, черепашка, мишка. Может, нам еще, кстати, сегодня попадутся они. Так, давайте откладывать упаковку и соберем игрушку. Так вот она собирается. И вот так вот можно в нее играть круто. Например, там что-нибудь выбираете и смотрите, что попалось. И кто угадал, там получает шоколад. Очень тоже мне игрушка нравится, она интересная. Также ее ставим вот сюда. И открываем следующее яичко. Так. Такой звук довольно-таки глухой у него. Сейчас мы его взвесим. Весит 32. Нет, да, 32 грамма весит. Давайте его скорее открывать. Так, и здесь нам попалась тоже не серия. Убираем шоколад. Так, открываем скорее. И нам тут попалось. Так, это что такое-то? Что-то интересное. Так, какой-то стендик. Наклеечки. Так, это серия из девчонок каких-то. Сейчас посмотрим. Так, вот такая у нас модница попалась с сумочкой. Из Magic Kinder. Вот такие вот девочки-модницы. Сейчас мы ее соберем с сумочками. Тоже такая довольно-таки интересная игрушка. До большого размера. Сейчас наклеим быстро наклеечки все, чтобы вы посмотрели. Вот столько здесь, смотрите, наклеек разнообразных. Тут можно наклеить с этой стороны, с вот этой стороны и менять одежду куколки. Прикольно все сделано. Так, ну давайте ее нарядим, не знаю, в какой-нибудь вот в этот, что ли, наряд. Так, сейчас отклеим наклеечку. Одеваем нашу куколку. Так, сейчас. Чик. Так, наклеили. Так, и штанишки. Чик. Прикольно, что идет много наклеек. Можно выбирать, какие нравятся. И играть. Уже в наряде, в каком хочется. Так, вот такая кукла. Так, и сумку сейчас я соберем. Так, сумочка. Так, и вот такая вот у нее сумочка модная. Ой. Сейчас мы ее оденем. Не слушается кукла. Ну, в общем, как-то вот так вот. Сумку порвали мы, ну ладно. Давайте ее отставлять и открывать скорее дальше. Так. Следующий давайте возьмем отсюда, из коробочки. Так, такой звук довольно-таки глухой. Так, взвешиваем. Весит оно 33 грамма. Ура, ребята, это серия. Вот она, темное яичко наше. Упаковочка такая темно-оранжевая, значит, это серия. Так, и нам попалась, так, еще одна такая же Китти, которая у нас уже есть, художница. Так, ну мы, наверное, ее уже собирать не будем, она у нас такая уже есть.
Вон она стоит. А вот берем ее. И будем открывать дальше. Так. Такой тоже глухой звук. Весит яичко 29 граммов. Открываем. И это у нас вертушки. Синяя и оранжевая. Тоже не серийная игрушка, но все, наверное, уже видели их. В других выпусках у меня они такие уже попадались. Только здесь чуть-чуть другие рисунки. В коллекции всего 1, 2, 3, 4 разнообразные ветрушечки. Давайте одну соберем и поставим то, что было, чтобы нам потом понимать, что нам за повторы попались. Вот с одной стороны такие вот птички веселые, с другой дерево нарисовано. Так, сейчас соберем быстренько одну. Не, ну а как игрушка тоже прикольная. Можно так пособирать, покрутить. Например, у кого дольше будет крутиться, запускать там с друзьями. Ну, просто мы хотим собрать Китти. Вот так вот это выглядит. Берем ее вот сюда вот к стеночке. Так, и давайте скорее открывать следующее. Такой звонкий звук у яйца. Весит оно 32 грамма. Так, открываем. Это тоже у нас не серия. Так, и нам попался здесь Лёва с такой бархатной гривой. Смотрите, какой он красивый. Этой серии Матунс. Так, в серии у нас вот столько вот зверушек. У меня уже лисичка есть. Теперь у меня есть и лев. Тоже круто. Интересные игрушки, но они раньше попадались. В принципе, как фигурка, хорошо смотрится. Прикольно сделано. Все красиво, на хорошем уровне. Так, ставим ее сюда. И открываем следующее яичко. Звук вообще глухой, ничто не шевелится. Весит оно 33 грамма. Будем надеяться, что это серия. Потому что все-таки в серии там набито все. И картинки, и сами Китти не маленькие. И да, это серия. Вот она, темная наша упаковочка. Так, скорее открываем. Да, это новая Китти, круто. Так, вот она Китти, пловец. Прикольный. Такой вот у нее смешной круг. Сейчас мы посмотрим, что она точно за Китти. Так, домик ее. Так, это откладываем. Вот такая веселая Китти на пляже. Она отдыхает, на солнышке греется, купается. Круто. Сейчас мы ее быстренько соберем. Наденем ей спасательный круг. Вот она, смотрите, какая классная Китти. Так, все, готова к купанию Китти наша. Сейчас мы ее соберем в домик ее. Вообще серия удачная, мне игрушки нравятся, интересные. Китти сами большие, отлично будут смотреться. Плюс еще идут вот такие подставочки красивые. Как бы украшают они очень саму фигурку. Классно все сделано и отлично все выглядит. Вот такая вот Китти в бассейне. Прикольный у нее домик с бассейном. Удачная фигурочка, очень она красивая. Давайте ее к другой Китти поставим. Так, вот сюда. Так, и, наверное, давайте вот это разбирать, чтобы у нас было место под игрушки. Так, берем отсюда. Уже слышим, что сразу идет звенит все. Весит оно 28 граммов. И это, скорее всего, не серия будет. Да, это не серия. Яичко у нас светлое. Так, что же это такое? Прям очень звонко. Так, и это нам попалось еще одно колечко. Но другое. У нас уже есть желтое. Теперь у нас есть еще белое. Но оно прикольное. Смотрите, какое оно прикольное. Вот, смотрите. Это у нас панда. Тоже панда-брелок. Она очень прикольно раскрашена. Мне нравится,
эффектно она выглядит. Очень веселые рисунки на ней. Она сама такая довольно-таки большая. В нее может поместиться большая записка. Даже можно положить одну жвачку туда. Вот такое классное у нас колечко-копилка. Очень интересные игрушки. Так, ставим ее к другим игрушкам. Сейчас мы куклу, наверное, тоже поставим. Что она? Оп, всех повалила. Ну ладно, пусть лежит, отдыхает. Поспит пока. Так, убираем. Так, и открываем следующее яичко. Такой звук довольно-таки глухой. Свешиваем. Весит оно 33 грамма. Так, открываем. Ура, это серия. Так, что же нам попалось? Так, смотрим. Так, и это у нас очередная Китти, классно. Так, вынимаем. Это Китти северный олень, какая-то зимняя фигурка. С наклеечкой даже олень вот есть. Круто. Сейчас я вам покажу ее поближе. Так, стенд. Вот она сама Китти. Вот она какая веселая. В такой шапочке с рожками. Выполнена отличнейшим образом. Мне все нравится. И вот такой еще у нее друг олень есть. Сейчас мы его наклеим. Очень интересные фигурки. Мне очень нравится, что они большие. Что у них есть стенды. Плюс еще вот даже, видите, попадаются и стенды для рисования, и оленя. Очень интересная серия, мне нравится. Так, давайте собирать стенд быстренько. Так, стендик наш. Чик. Такие вот там на фоне гор у нас гуляет Китти со своим другом оленем. Вот так вот смотрится это все. Стенд. И сам олень с Китти. Вот такая вот классная игрушка. Как вот в одно яичко вот в такое поместилось все. Молодцы, что сделали такую интересную серию. Так, ставим Китти тогда пока вот сюда. И открываем следующее яичко. Звук такой средний и глухой. Взвешиваем. Весит он у нас 31 грамм. Киндер наш. И это не серия. Так, давайте быстрее смотреть, что у нас там внутри. Так, здесь нам попался змей, походу. Сейчас посмотрим точно, конечно. Нет, это какая-то девочка у нас модная. С юбочкой красивой. Сейчас посмотрим. Таких я еще игрушек не видел. Так. Вот какая, смотрите, она у нас красивая. Это девочка-цветок. Сейчас мы ее соберем. В серии всего 5 девочек разнообразными платьями. Флови Мини называется серия. Так, собираем. Так. Вот такая вот идет юбка, как цветочек. Ножка. Так, нарисовано, что нам надо одеть вот сюда. Вот сначала юбочку. Так. Потом мы одеваем вот эту вот сюда. И вот так. Так, сейчас девочку надо ставить. Я такие просто ни разу не собирал. Соответственно, я не знаю, как ей пользоваться. Так что не судите строго, что я так долго вожусь. Вот сюда вот вставляем в прорез куколку. Сюда вот ее вставляем. Так, получается, вот такая вот девочка спряталась в цветочке. На дюймовочку похоже. Так, и когда вниз опускаем, вот такое вот красивое платье получается. Пышное, цветочное. Вот интересная, огромная тоже игрушка прям. Вот сюда ее ставим. Классный выпуск, мне нравится. Так, убираем лишнее. Так, и открываем следующее яйцо. Пока что нам везет, нам повторы не попадаются. Надеемся, что так и будет дальше. Хотя вот этот вот звонкий звук уже пугает. Так, взвешиваем наше яичко.
Так, весит. Сейчас перевесим. Что-то не так сделали. Так, взвешиваем. Весит оно 33 грамма. Так, открываем. Так, что-то оно не хочет. Так, что там? И это не серия. Так. Что это у нас попалось? Ох, сколько запчастей-то. Наклеечки уже классно. Так. Это у нас игрушка серии кукол и медведи. Что это такое-то? А, это у нас же браслет. Что-то я совсем запутался уже. Это у нас браслет на руку. Вот такой вот интересный. Очень тоже объемная игрушка. Вообще, это прям радует серия. Тут все игрушки большие, объемные, интересные. Так, сейчас мы ее попробуем собрать. Так. Вот такие наклеечки идут. Медведь и девочка. Так, нам нарисовано. Сначала нам надо сделать наклеечки. Делаем. Оп. Клеим наклейки. Раз. Фиолетовый мишка. Два. И девочка наша. Веселенькая такая, желтенькая. Клеим. Три. Вот такие вот, смотрите, уже классные фигурки. Очень они прикольно смотрятся, даже без браслета. Но сейчас мы их еще оденем на браслет. Так. Вот сюда вот они цепляются руками. Вот она, девочка наша. Вот здесь вот идет такая палочка. Мы ее цепляем. Так. Так. Вторая игрушка. Так. Так. И третий наш медвежонок. Так. И вот так. Вот, смотрите, какая классная получилась у нас браслет. И вот здесь вот он сзади застегивается. Его можно носить и на руке, и где хотите. Даже можно его и другой стороной вот прицепить, чтобы эти палки не были у нас спереди, перед игрушками. Вот можно наоборот прицепить и носить. Очень интересный браслетик, мне нравится, он очень большой, как он вообще поместился в киндере в нашем, непонятно. Но все здорово пока, мне все нравится. Давайте убирать лишнее и открывать скорее следующие наши яички. Так, убираем. Так, открываем следующее. Такой звук звонкий довольно-таки у него. Так, взвешиваем. Весит он 29 граммов. Так, и это не серия. Открываем скорее и смотрим. Так, и это нам попался человечек-копилка. Сейчас мы его быстро соберем. Так. Вот такие вот веселые у нас человечики в серии идут. Нам попался красный. Всего их вот 6 штук разнообразных. Тоже довольно-таки такая частая игрушка попадается в всевозможных сериях. Так, вот так вот собираем его. Закрываем ему голову. Так, и клеим наклеечки. Может, вы и видели, конечно, такие уже у других производителей, но... Может быть, вы уже видели таких человечков, но у меня он первый. Давайте вот сделаем, вот сколько их можно разнообразных менять. Сделаем такого веселого парнишку. Так, куда-то улетел Китти. Так, наклеиваем. Чик. Чик. Вот такой вот у нас веселый получился роботик с возможностью хранения предметов и просто так, вам-ням-ням-ням-ням. Так, ставим его к нашим игрушкам.
Так, наши прополняются пока что удачно. Повторов пока нету. Дай бог не будет. Так, убираем это все лишнее. И открываем следующее яйцо. Так, звук такой довольно-таки глухой. Сейчас взвесим. 33 грамма. Так, другие кити у нас тоже были 33 грамма. И это серия, круто. Так, давайте быстрее смотреть, какая же нам кити попалась. Ура, это новая кити. Вот такая она красивая, с розовыми волосами и бантом. Такая у нее пижамка веселая, розовая. У нее еще кроватка есть, круто. Так, смотрим, что внутри. Внутри вот такая вот наклеечка есть на кровати, я так понял. Сейчас посмотрим на вкладыш. Вот такой вот красивый вкладыш с кити. Она готовится ко сну, смотреть сны красивые. Сейчас мы ее соберем. Так, собираем подиум ее, комнатку. Вот такая вот у нее комната с игрушками. Прикольная у нее комнатка. Она там живет, играет с подружками своими. Так. Вот такая вот комната у нее. Сзади домик нарисован. Так, и сама кити наша. Сейчас мы кроватку ей соберем. И у нее вот такая вот, смотрите, на кроватке рисунок классный. Подушка. Одеялка из звезд с месяцем. Вот такая вот у нее кровать. Так, ставим кити на ковер и кроватку нашу. Так, поставили мы кити, кроватку. Вот такая отличная фигурка. Кити готовится ко сну. Круто. Ставим ее пока что вот сюда. Так, и открываем следующее яичко. Такой звук довольно-таки громкий, звонкий. Весит наше яичко 29 граммов. И это, скорее всего, не серия. Да, это не серия. Так, открываем. И это нам попалось. Тоже большая уже игрушка такая сразу. Какая-то рыбка. Так, да, это рыбочка. Так, это нам попалось. Вот такая вот интересная рыбка. Что она делает? Сейчас посмотрим. Просто рыбка на ракушке, подставка. Ну, тоже такая фигурка неплохая, интересная. Сейчас мы ее соберем. Вот так вот она собирается. Ой. И ракушку ее ставим вот сюда. Вот так вот. И у нее снизу такой вот крючок. Это можно использовать на браслетики вешать, на рюкзак. Такая, ну, типа игрушка для ношения. Ну, опять же, можно и поставить на полку, тоже она будет стоять прикольно. Тоже пока что не повтор, ставим ее в коллекцию. Пока что мне вся закладка очень нравится. У нас уже попалось 5 кити, 4 из них разные. Я купил 33 киндера, потому что 3 уже кто-то схватил. Ну, ничего страшного, надеюсь, нам повезет. Так, открываем следующее яичко. Так, звук такой довольно-таки глухой. Весит оно 33 грамма. И внушение нам, что здесь серия. Давайте быстрее открывать. И да, здесь серия. Так, сейчас убираем шоколад наш. И здесь опять попалась кити, но это повтор, к сожалению. Это опять серия кити, олененок. Ну и что, классная игрушка. Буду меняться с друзьями со своими. Мне все нравится. Все равно. Так, убираем ее. И открываем следующее яичко. Так. Такой вот у него глухой довольно-таки звук. Весит оно 33 грамма тоже. Ура, здесь опять серия. Здесь кити нам попалась. Круто. Пока что нам на кити прям везет. Но, к сожалению, это опять кити у нас пловец. Такая кити у нас уже есть. Но ничего страшного. Еще раз повторюсь, что это круто.
что попадаются так часто кити, отличные закладки у киндера. Мне очень это нравится. Так, все, эту полочку мы убираем, расставляем игрушки и продолжаем.